Веломотор Весна Лайт. Данный веломотор представляет собой максимально простую и надежную конструкцию, которая состоит из штампованной моторамы, редуктора, двухтактного двигателя мощностью 2 лошадиных силы и цепного привода. Веломотор можно самостоятельно установить практически на любой дорожный велосипед. Из органов управления у такого мопеда есть только ручка газа, штатные велосипедные тормоза и кнопка глушения двигателя. Герметичный бензобак обеспечивает отсутствие запахов при хранении мотовелосипеда в квартире. Для запуска двигателя необходимо наполнить карбюратор бензином, используя встроенный насос, закрыть воздушную заслонку карбюратора и резко дернуть шнур стартера. Мощности двигателя хватает для преодоления небольших подъемов и движения со скоростью до 50 км в час.